Если избиратель по каким-либо причинам не знает, где находится его избирательный участок для того, чтобы проголосовать, он может уточнить по телефону 4-30-22 в территориальной избирательной комиссии, либо на ближайшем избирательном участке обратиться, ему подскажут, потому что границы избирательных участков есть в каждой участковой комиссии, и он сможет обратиться и получить компетентную информацию.